подписчикам привет. Сегодня будем монтировать теплицу капля VIP 3х4. Будет вот набросить на таком стать. Пока все разложились, приступаем к сборке. Каркас теплицы готов, зафиксировали в основании, все выставили по уровню. Сейчас докручиваем конек и кроем теплицу поликом. Завершился монтаж теплицы. Напоминаю, строили сегодня теплицу. Капля VIP 3х4. Идем смотреть. Дверь распашная, то есть с форточкой. Глухой торец с другой стороны теплицы. Есть форточный блок на термоприводах. Есть диагональные усилители. Каркас из профильной трубы 20х40. Арки видеофермы. Покраска полимера порошком способом цвет шоколад. Стоит все на брусе. Брус 100х100. Закреплен к основанию с помощью зацепов. Вот такой перепад высот здесь. Так, закреплен с помощью зацепов. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая красивая, очень надежная и прочная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы и всем. Thank you.